Та-дам! Осінь, Санта-Клаус. Доброго ранку вам. Здравствуйте. Як доїхали? Чи правильно олені вас доставили? Отлично, очень быстро, очень весело. Олені я оставив на вулиці, з санями стоїть. Ну що, хочемо перше запитати, вже ж пролетів один рік. Вже такий він був насичений. І знаємо, що у нашого Санти є своє захоплення, ви фотографуєте також. От розкажіть, можливо, які найтакі яскравіші були моменти в вашому житті? Що було в Лапландії, можливо, що було тут? Так, що сфотографував Санта-Клаус, може, якогось незвичного оленя, розказуйте нам. Ой, за этот год очень много интересных фотографий получилось, очень живых, очень радостных. То есть вот хотелось передать состояние людей более вот настоящее. То есть вытянуть таких, как вот, чтобы они были настоящими на фотографии, чтобы по-настоящему улыбались, по-настоящему радовались. То есть чтобы не было искусственных улыбок. То есть вот как бы старался. Тоже это своего рода волшебство. То есть умение, наверное, показать человека совсем с другой стороны, открыть ему заново самого себя. Слухайте, це дуже круто. Такий Санта-Клаус, таким я ще точно знайома ніколи не була. Санта-Клаус, який ще й фотографує. Так, я хотілося ще б таке запитати, ось бажання. Всі сьогодні в новорічну ніч будуть загадувати. Я знаю, що ви точно будете над цим працювати, щоб у всіх все збулося. Можливо, щось порадити, як правильно згадати, щоб дійсно бажання наше збулося. Все найочікуваніше, що ми плануємо. Самое, наверное, главное, больше, наверное, верить в то волшебство, которое вот вы хотите, чтобы оно сбылось, так как вот дети пока маленькие, они верят в эту сказку, и они вот получают те какие-то волшебные, наверное, подарки, вот какие-то волшебные моменты. Взрослые, они разучились верить в волшебство, поэтому просто вот поверить. И я думаю, что будет исполняться любое желание, абсолютно. Санта-Клаусы. Про что мріють Санта-Клаусы? Расскажите нам. Наверное, сделать людей счастливее. Почему подарки дарят? Для того, чтобы увидеть те улыбки на лице. Просто вот эти улыбки, это радость, наверное. Это, наверное, самая большая благодарность для Санты. Это вот когда увидеть, как дети радуются, взрослые, а взрослые так тем более от недоумения, от того, что им подарили подарок, и от неожиданности. Які Санта-Клаусу дарують подарунки? Такі несподівані, випадкові, про які навіть і мріяти ніколи не доводилося. Даже не знаю. Просто, наверное, улыбки. Наверное, улыбки. Все-таки вот настоящие улыбки и счастье тех, кому он дарит подарки. Наверное, так. То я знаю, що ви вже встигли привітати діток, вже от потроху бігаєте по ранковим таким зустрічам. Про що мріють діти зараз? Що вони найбільше бажають? Ой, абсолютно про разные подарки. Они мне подходят на ушко, шепчут. Каждая девочки там они какие-то куколки хотят. Мальчики хотят какие-то машинки, там пожарные. Другой подходит, там хочет автобус большой, чтобы двери открывались. То есть разные абсолютно подарки. Это очень круто, я думаю. Главное, что они верят, что это на самом деле вот, волшебство. То есть дети верят в это волшебство, поэтому они подходят и они как бы говорят свои желания. Главное на бумаге написать. І все воно збудеться. Ось воно бажання. Записуйте їх, щоб вони дійсно збувалися. Так, а що наш Санта-Клаус буде робити в новорічну ніч? Вона вже дуже-дуже скоро просто наближається до нашого порогу. Так. Ну, наверное, ще поздравлять тих, кого не успів поздравити, а потім все, летіть на оленях. Тобто улітаєте прямо 1 січня на оленя. Доразбрасывать подарки, наверное, тех, кто еще не получил, чтобы действительно все вот были счастливы. А як ви їх розкидаєте? Все ж таки турбує питання, як Санта-Клаус потрапляє до будинку? Через дах, чи там через носочки, через шкарпетки? По-різному. По-разному, да. Свої секрети. Да, тут секреты выдавать не будем, но в принципе, да. Бывает через трубу, как мы привыкли. Бывает, он тихо заходит в дом ночью, когда все спят, тихонько ложит на носочках, то есть, чтобы никто не слышал. Вот. Ну, самое главное, это та радость. Вот он получает вот эту вот положительную энергию, уже когда получает эти подарки, вот эта вот положительная радость, улыбки, это, наверное, самая вот большая благодарность. Ну и так же самое и в фотографии. Ведь когда человек получает и говорит, что... то есть понятно, что как бы энергообмен там, денежный, к примеру, за фотосессию одно, но когда человек еще и благодарит, и ты видишь, что это ему действительно понравилось, он себя увидел совсем по-другому, то, наверное, это самое, это больше благодарность. Ну і зараз просимо вас привітати всіх наших глядачів, всіх миколаївців і українців з цим Новим роком і побажати чогось від Санти-Клауса. Хочу, чтобы верили, наверное, в волшебство, больше дарили друг другу каких-то вот подарков, больше внимания, ценили то время, которое вы проводите вместе. Просто видели хорошее в жизни. Наверное, так. Треба помічати ті яскраві моменти. Конечно. Ви їх фільмуєте так на фотоплівках, і ми вам за це вдячні. Це перше моє знайомство в житті з Санта-Клаусом, якого хобі фотографія.